Есть спортивная лотерея. Такой способ выманивания денег из населения. Спортпрогноз. Надо предсказать итоги 13 спортивных матчей. В каждом матче итог – это победа одной из команд или ничья. Счет роли не играет. Скажите, пожалуйста, сколько всего вариантов? Итак, лотерея, в которой 13 видов спорта, 13 соревнований каких-то, да, спортпрогноз. В каждом соревновании одна команда может победить, проиграть или может быть ничья. Нет, тут есть только два варианта. Три. Победа. Это итог каждого матча. Матча, победа одной из команд или ничья. Счет роли не победа, играет. Видишь ли, победа, что-то им важно. Ты победила Колю или он тебя? Знаешь, это все-таки разница, правда? Но один точно проиграет одна из команд. Не обязательно, может быть, ничья. Ну да, и может быть, матч, ничья. Любой матч заканчивается в этом прогнозе одним из трех вариантов. Хорошо, три варианта. 13 матчей. Да. Три варианта, 13 матчей. 3 в 13. А теперь догадайтесь, какой там ответ написан? 3 в 13. Это что сделало число 13? Просто случайно переехал. Сверху упало вниз, правда? Ага.